Ирина, Этери, Лада, Катя – эти девчонки как радистки, принимающие сообщения с передовой. К ним в первую очередь поступает информация о том, что происходит в городе и области. Да, вы сегодня нам звонили. Расскажите, пожалуйста, немножко подробнее о вашем митинге. Каждое сообщение, любая информация уточняется, обрабатывается и вполне может стать пунктом в съемочном расписании телевизионной редакции. И тогда корреспондент, выезжающий на съемку, получает ЦУ, а точнее ТЗ, техническое задание о том, что он должен привезти с места события. А, и что ей уже вот 40 лет, да? Что вот 40 лет, а той пришлось не так долго ждать, но она получила. То есть может обыграть, наверное, да? Продюсер – специалист особого склада характера. Коммуникабельность, доброжелательность и интеллект нужны не меньше, чем стрессоустойчивость и способность быстро принимать решения. Еще один признак профпригодности – умение уболтать предполагаемого спикера на съемку. Я не знаю, в ее кабинете, может быть, что-то уже можно поснимать? Продюсерская служба в нашей редакции почти сформирована. Есть опытная Этери Малишава, много лет руководившая этим подразделением в телекомпании «Поморье». Ирина Ившина, организовавшая продюсирование в новом виде на ГорТВ. Влада Романова, занимавшаяся этим же на одном из федеральных каналов. И Катенька Исакова, студентка, мужественно совмещающая работу с учебой. Может быть, просто можно информашку дать про то, что она стартует? Лада, Катя, Ирина, Этери – уже команда, без которой обеспечить полноценное региональное вещание не получится. Светлана Дейнека, Архангельское телевидение.